В Магадане полицейские установили подозреваемую в организации незаконной миграции. Экзаменатор центра тестирования организовал эффективную сдачу экзаменов как минимум 9 иностранцев, не владеющих русским языком. Как вас зовут? Русский не понимаю. Не понимаете русский? Нет. Чуть-чуть понимаю. Очень жаль. Вы здесь работаете? Какие функции осуществляете? Я тестер. Принимаете экзамены у иностранцев, правильно? Да. В период с ноября по декабрь прошлого года 36-летний экзаменатор Центра тестирования организовал эффективную сдачу экзаменов иностранцами, не владеющими русским языком. Получив сертификаты об успешно пройденном тестировании, граждане предоставили документы в Управление по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области для получения разрешения на работу. Таким образом, фиктивные экзамены, за которые иностранцы оплачивали от 5 до 11 тысяч рублей, позволил им законно находиться и зарабатывать на территории Российской Федерации. При силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Магаданской области полицейские провели обыск, изъяли документы. Дознавателям УМВД России по Магаданской области возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 5 лет. Изучается вопрос о законности ранее выданных иностранным гражданам аналогичных сертификатов. В случае выявления нарушения данные документы будут аннулированы, а в отношении иностранных граждан будет рассмотрен вопрос о последующем запрете на въезд на территорию Российской Федерации.